Сегодня 5 июля, горох сорт Rocket. Первый сев 6 апреля. Вот такой вот стебель, немножко присел горошек, но держится. Сейчас где-то сантиметров, наверное, 50 стал. Уже начал созревать, формировать новые бобики и цветки. Перестал, хотя макушки кое-где еще в надежде зацвести есть. А так в основном как бы макушечки засохли. Цветочки стали засыхать. То есть вот так горох выглядит. Неплохо. Чистый. Ржавчины нет, тли нет. Поэтому и ожидания достаточно хорошие. Теперь осталось убрать. Причем это самое сложное. Самое простое посеять. Посложнее это уже обработки химические, то есть уход за горохом. И самое-самое сложное, это, конечно же, убрать и почвообработка. Но обычно все в комплексе. Так что вот так. Сегодня 6-5 июля, горох сорт Rocket.